В начале совещания заместитель главы Александр Новиков сообщил, что на официальном сайте администрации Десногорска выложены социальные проекты города. Продолжается публичное обсуждение проектов, которые претендуют на рассмотрение в концерне «Росэнергоатом». Информация о социальных проектах размещена на сайте администрации муниципального образования города Десногорск. Поэтому просьба к жителям заходить, смотреть, голосовать за эти проекты. И, может быть, за счет этих проектов мы сможем улучшить наше положение в детских садах, в школах, ну и в других учреждениях. Управляющая делами Василина Черных доложила, что глава продолжает рабочие встречи с коллективами муниципальных организаций. Инна Михайлова сообщила, Комитет по культуре, спорту и молодежной политике ведет активную подготовку к празднованию Дня Победы. Председатель Комитета по образованию рассказала об оздоровительной кампании на лето текущего года. Хочется обратить внимание родителей наших обучающихся тем, что они имеют возможность своих детей оздоровить в июне и в июле месяце на площадках школы номер 1, 2, 3, 4 и нашего Дома детского творчества. И в рамках работы соглашения с госкорпорацией «Росатом» с 24 апреля стартует новый совершенно конкурс, в котором мы еще не принимали участие. Это конкурс юных педагогов школы «Росатома». Надеемся, что наши ученики будут активными участниками этого конкурса, тем более, что по результатам этого конкурса дети будут награждены путевками в международный лагерь. Все коммунальные службы работают в штатном режиме, заканчивают работы по санитарной очистке и готовятся к общегородскому субботнику. Глава города Андрей Шубин пригласил всех десногорцев 28 апреля активно принять участие в общем субботнике и сделать наш город чище и красивее.